Первый урок в приднестровских школах – урок мира. Тема – история страны и миротворцы. В гостях у школьников – защитники Отечества. В соседней Молдове тоже прошел первый урок. Его посвятили тем, кто воевал против Приднестровья. Такое решение приняли правительство и Министерство образования соседней республики. 1 сентября, когда везде говорили о мире, в Молдове говорили о войне. Так, там хотели отдать дань признательности за заслуги ветеранам войны в Приднестровье. Это цитата из документа молдавского Минпроса. У нас принято было еще с Советского Союза, что урок мира рассказывали детям о мире, о том, что дети будут учиться, для чего они учатся. То есть рассказывали те вещи, которые нужны детям, чтобы им было интересно. Я не думаю, что ребенку, который придет в первый класс в Молдове, будет интересно слушать о тех людях, которые погибли, выполняя преступный приказ, по сути, правительства, государства, которое до сих пор не принесло извинения народу Приднестровья. Это дети будут с ранних лет слышать, что можно брать в руки оружие, можно стрелять в других людей. Но это неправильно. Неправильно. В корне неправильно. Спецподразделения полиции и войска в Бендеры и Дубасары вводили по приказу тогдашнего президента Молдовы Мирчи Снегура. Вооруженный конфликт унес жизни более 800 приднестровцев. Из них несколько сотен – мирные жители.